Да, здравствуйте, меня зовут Иванов Виталий, я зарегистрированный кандидат по избирательному округу номер 21, он находится в железнодорожном районе. Сегодня 8 сентября, день выборов, и уже с утра мы начали выявлять нарушения. Были выявлены факты массового подвоза, притом подвоз осуществлялся помимо частных лиц еще и лицами, которые работают по договору с администрацией железнодорожной советской, которые данной администрации вынесли постановление, по которому они осуществляют массовый подвоз избирателей. Обосновывают это тем, что многие избиратели проживают далеко от своих избирательных участков. Вообще у нас на каждых выборах присутствует автобус, который зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии и имеет именно пропуск с печатью этого учреждения для подвоза граждан, те, кто плохо ходит, больные, с верхних улиц Рожковки. Сегодня, к сожалению, немного. Сегодня идут сами. Ну, за каждый рейс, например, человек 5-6. Есть люди, которые утверждают, что это незаконно. Эта машина законна. Почему? Потому что на ней есть пропуск с печатью территориальной избирательной комиссии. Там не наша печать. Она официальная. Да. А колонна номер 8, ГАП-3. Они обеспечивают нас. Да. ЦИК города, он и заключает. Председатель участковой избирательной комиссии номер 686 Степанова Наталья Геннадьевна. У вас некоторые люди утверждают, что незаконно это. У вас есть какие-нибудь документы официальные? А можете показать? Что вам показать? Ну, я не знаю, договор там или пропуск какой-нибудь. У меня вот... Любой официальный документ. Я можно? Я не переживайте, отдам. По этой путевке я выехал. А сам этот договор у начальства. Ну, то есть вы официально работаете? Да. По договору с администрацией города, да? Да. Возьмите, пожалуйста. Вы сегодня с утра работаете, да? Ну, как можно сказать, да. Много людей привезли? Да не, вон бабушки старые. Ну, сколько примерно с утра вот? Да человек 10, наверное. А вы один здесь или еще кто-то работает тоже? Есть и другие машины? Здесь я. Сказать. А кроме вас в городе много таких машин? Есть. Есть? Ну, как вы знаете сколько? Даже сказать не смогу сколько, но... Ну, 10, 20, больше, меньше. Где-то, да? 20 штук где-то, да? Понятно, спасибо. Мы звонили специально в ЦИК России, в Москву. Там пояснили, что данное постановление незаконное. Подвоз кем-либо на избирательные участки, особенно массовые, запрещен.